Суд отказал рекоператору «Магнит» в пересмотре решения по завышенным тарифам. Жалобу компании на акт Омского областного суда рассмотрел 5-й апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске. Напомним, эта история началась в декабре 2020 года. Тогда региональная энергетическая комиссия утвердила тариф на вывоз мусора. Стоимость услуги выросла в 2 раза. В суд подали антимонопольщики. Удалось доказать, суммы необоснованно завышены. Однако рекоператор оспорил это решение в московском арбитраже в декабре прошлого года. Позже в деле появились новые обстоятельства. И вот Омский областной суд уже на другом основании признал тариф завышенным. «Магнит» не оставлял попытки обжаловать решение. 9 августа 5-й апелляционный суд определил судебный акт оставить без изменений. Проще говоря, рекоператору так и не удалось обосновать повышение тарифа.